С золотодобывающей компанией «Графская» попытаются взыскать 824 миллиона рублей. В эту сумму оценили ущерб окружающей среде. Иск в арбитражный суд Башкортостана направило Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. В ведомстве напомнили о проверке в 2020 году. В ходе выяснилось, что добывающая организация на участке «Заря» вышла за пределы горного отвода участка султановской группы «Россыпи». За это ее привлекли к административной ответственности. В 2021 году надзорный орган потребовал добровольно выплатить штрафы за разведку и добычу золота за пределами разрешенного участка. Но предприятие отказалось. Поэтому Росприроднадзор обратился с иском в суд. В июне этого года глава ведомства Светлана Родионова сообщила о многомиллионных претензиях к компании «Графская». По ее словам, предприятие вело добычу открытым бульдозерно-гидравлическим способом, в результате чего были полностью уничтожены 32 тысячи квадратных метров плодородного слоя почвы.